Драгоценное доброе утро. Я приветствую вас на очередном духовном завтраке. И по сложившейся традиции мы начинаем это утро с принятия духовной пищи. В этом месяце мы празднуем замечательный праздник жатвы, выражая Богу благодарность за собранный урожай, за обилие плодов на наших полях. И интересно, что каждый из нас очень хорошо понимает, что мы можем собрать только то, что мы сеяли. Ну, посадил картошку, ну и соберешь картошку. Посадил яблоньку, соберешь яблоки. И этот праздник, он лишний раз напоминает нам о принципе сеяния и жатвы. Апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Но я хочу обратить внимание на еще один очень важный принцип, друзья. Смотрите, как интересно. Посеял одну картошку, собираешь 10. Посадил одно дерево, собираешь очень много плода. У нас на огороде растет лоза, ну, вернее сказать, две лозы виноградные. И интересно, что на этих двух небольших ветках вырастает очень много винограда. Очень много винограда. А пророк Осия говорит очень интересные слова, очень интересный принцип здесь прослеживается. 8 глава, 7 стих, он говорит: посеешь ветер, ветер, пожнешь бурю. А в 10 главе, 12 стихе он говорит: сеешь правду, пожинаешь милость. И он говорит: время взыскать Господа, чтобы когда придет он, пролил дождем на вас. Интересный принцип. Сеешь вроде немного, ветер, пожинаешь целую бурю. Сеешь правду, пожинаешь милость. Я вижу, что здесь прослеживается очень важный принцип геометрической прогрессии. Смотрите, похоть, грех, смерть. Покаяние, вера, жизнь. Интересно, что действительно мы можем посеять одно доброе слово сегодня и пожать целую кучу комплиментов. Мы можем посеять всего лишь одну небольшую улыбку, а пожать целое обилие радости в своем сердце. Драгоценные, хочется сегодня всем сказать, что давайте будем сеять в правду, сеять в веру и верить, что лучшее, оно все-таки впереди. Благословит нас всех Господь, хорошего всем урожая, духовного урожая и обилия плодов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.